Всем привет, ребят! И сегодня я для вас снимаю новый влог. Сегодня я иду на концерт Quest Pistol Show. Он будет проходить в ТРЦ Планеты, в городе Новокузнецк, если кто-то не знал. И также хотела бы вам показать, как это все пройдет. И поехали! И да, надеюсь, что вы заметили то, что ролики у меня выходят чаще. И поэтому я хотела бы вас призвать смотреть их тоже чаще, потому что сейчас они будут выходить через 2 дня. Я буду это стараться, так что поехали! А вы уже здесь? Ой, почему так низко? Секундочку. Вот так будет лучше. Сейчас... Упс. Сейчас я буду носить вот этот вот крем, чтобы он не отсвечивал. Мне это крем для проблемной кожи. Я наношу вот сюда себе на ручку. И с помощью объектива камеры сейчас я буду его наносить. Тише. Я держу, чтобы он не упал. Вот таким способом, который я показывала в холле. Такое яркое солнце, сегодня это кошмар. И да, утром я всегда пользуюсь духами, потому что у меня духи очень хорошие, и они очень долго держат. Итак, у меня это сейчас духи от Victoria's Secret. Вот такие вот. Сам будет подольше, чтобы вы увидели. Love Me, она вроде бы серия называется. Не знаю, как вам сейчас тут видно. Но надеюсь, что видно. Я пользуюсь сейчас этими духами. А еще от Victoria's Secret у меня есть маленькие, но 2 вот такие вот от Pink. Один у меня Pumpkin, вот такие оранжевые с кружочками. На каком там видно кружочки. И тут Sweet 30. Фиолетовый вроде бы с кружочками тоже. Вот такой. Но я им пока не пользуюсь, потому что у меня есть другой. А обязательно надо Baby Lips клиническая помада. И, собственно, так проходят мои все процедуры. А сейчас хотел бы показать погоду, какая у меня сейчас за окном. Прямо смотрите. Вот такая у нас сейчас сказочная погода. Надеюсь, то, что вам видно, потому что солнце светит, и мне все отсвечивает от объектива. Тут у нас идет стройка. Это неинтересно, там у нас тоже стройка, просто отлично. Вот, собственно, мой вид из окна. Всё, сейчас я хотела бы вам показать один разворот из моего личного дневника. Смотрите, что здесь за каждым не так фотографии, потому что у вас будут какие-то воспоминания. Например, тут я с девочками, с мамой и сестрой. Давайте, кстати, один такой. Вот разворот. Давайте расскажу, как я его сделала. Тут я то есть обклеила скотчем. Вот тут и вот тут. Потом я вот сделала вот такой прямоугольничек. Нажала цифру 1. А, дальше September. Я это писала все самым обычным маркером. Если вам будет видно. Вот самый обычный маркер. И просто взяла все ручкой шариковой фиолетовой. Все здесь, 2017. Так, что появилось. Пятница, день знания, что нужно сделать. Так, потом мне вот что нужно еще. Потом суббота также, что нужно сделать. Также потом не только и 7, тут мне пока что нет никаких планов. Надеюсь, что не будет. Школа не опасна, это только пока нет никаких планов. Дальше тут у меня идет... Почему это... фокус. Надо ведь подготовить новое видео надо сегодня. Тут тоже ничего нет. Вернуть режим сна и график, хорошо учиться. Наклеечка, и тут у меня цель за месяц, 50 подписчиков на моем любимом ютубе. И сейчас я бы вам с вами немножко поговорить, у меня вот такие вот наклеечки везде. Итак, ребят, я хотела с вами очень откровенно поговорить во время влога, я хотела снимать отдельного видео, просто нет, наверное, 30, секунд 30. Я хотела бы вам сказать огромное спасибо, что вы подписываетесь на мой ютуб канал, что ставите лайки и дизлайки, пишите свои злые и добрые комментарии, я все читаю. И сейчас я хотела бы объявить конкурс, он проходит в моей группе ВКонтакте, ссылочка на него будет в описании. Я разыгрываю целых 5 сигн, лично от меня. Что надо сделать, это подписаться на канал, подписаться на группу, потом поставить лайк посту, я сейчас точно уточню, прям в группу сейчас зайду, и вам покажу как. И написать мне в ЛС, потому что сейчас у меня открытый ЛС, надеюсь, то, что это будет у меня очень долго. Наверное, до Нового года у меня будет открытый ЛС. И написать мне, собственно, то, что ты участвуешь. И ровно через неделю выпуска этого видео я сделаю лично тебе сигну. Конечно, если ты примешь там участие. И сейчас узнаем все подробности. Вот я вижу свою заставочку.
заходим вот сюда. Вот тут у меня идет всякие посты, участники, фотографии, которые мне интересны. Вот, правила. Разыгрываю 5 хиганов, быть подписчиком в группе, поставить лайк посту, подписаться на канал и писать мне в лист, что ты участвуешь. Это я вам все уже сказала, так что вот. И да, давайте сейчас посмотрим, сколько нас подписчиков. Вроде бы нас уже 41. Дойдем на мой YouTube-канал и посмотрим, собственно. Все делаю в лайв-режиме. Даже ничего не проверяла на самом канале, тут у меня всякие видео. Так, вот я захожу вот сюда. Вот. Вот сюда. Нажимаем. И у нас 41 подписчик! Ура! Вот, вот, надеюсь, то, что вам видно. Вот мы. Надеюсь, то, что вы видите. Давайте посмотрим, какой у меня сейчас канал. Где? Где? Так, вот, нашла. Я не искала мой канал, я искала эту штучку. Так, отходим немножко назад. Так, у меня здесь такая вот заставка. 41 подписчик. Тут несколько просмотров. И, собственно, мой баннер канала «Соня Позначная с бананами». Мне просто нравится это. Так, спускаемся немножко ниже. Привет, рад видеть тебя на моем канале. Подписка, лайк, не забудь. Спасибо, 40 подписчиков, рада, что вы цените мои видео. Так, у меня вышло видео ровно вчера. Ой, ой, заморала объектив. Что это такое? Что за грязь на компе? Так, неважно. Back to school, 13 просмотров. Мне, кстати, тут много где-то ходит. Так что я скоро на маникюр, могу вам точно про это влог. По ссылке из Китая. Отдых на Горном Алтае. Это было мини-флэк, поэтому самое недавно это. Посмотрите, кто еще не смотрел. Давайте зайдем в само видео. Посмотрим, что там у нас по лайкам. Да, здравствуйте. Вот, подписчики на канал «Артфель». Тут сразу веточка. Я его выбрала с китайского сайта, но честно, он мне не очень нравится. Два лайка и один дизлайк. Комментарий нет, все соцсети есть, так что подпишись. Вот здесь у меня проходит розыгрыш, кто еще, где мой палец. Вот, вот тут у меня проходит розыгрыш. Так что вот, знаете, как проходит мой теперь мое утро, закрываю паркетку. И, собственно, все. Сейчас я вам покажу свой компьютер, у меня сейчас выглядит именно вот так. У меня тут клеилась большая наклейка Beats, но я решила, что не буду пока что ничего клеить. Так что вот, я вам показала всё, что хотела. Мой ежедневник, то, что мой YouTube-канал, если вы не еще подписаны, подпишись, чтобы это стало больше. И да, у меня к вам есть просьба. Напишите мне в сообщение, как вы хотели, чтобы я называла своих подписчиков, потому что я пока еще не знаю, как их называть. Всё, собственно, мне так удобнее. И давай смотреть, что у нас будет дальше во влоге. Ждем Зёму на сцену, пару вопросов, конечно. Это диджей Малина! Мне все нравится, рассказывающие поют! Только не волнуйся за меня. Yeah.
понравился мой влог, ведь я сейчас уже дома. Мне очень сильно понравился концерт, я уже помылась. И сейчас мы будем спать. Надеюсь, вы поставите мне лайк, также подпишитесь на мой канал, участвуйте в моем конкурсе в группе ВКонтакте. Я вас всех очень сильно люблю и всем пока! А, Маш, дай, пожалуйста, мне показать свою фотографию. Мы с сестрой еще ходили, расчитывали фотографии, вот, можете посмотреть. Вот, и, конечно, подписывайтесь на все мои соцсети. Я забыла, что я хотела сказать. А, и да, вот теперь видео будет выходить гораздо чаще, потому что это заканчивается, нам нужно догонять. Чё ты там нюхаешь? Всё, ладно, пока. И так, кто досмотрел этот момент, напишите сосиска. Я вот про него. Всё, теперь точно.